центральное предложение нашего сегодняшнего дня на любимом телеканале Шоп-н-Шоу в комфортной моде – это роскошный велюровый халат. Действительно, тогда, когда хочется расслабиться теплым вечером дома, тогда, когда вы хотите встретить гостей, вы будете встречать их в этом халате. Велюровый, роскошный, эффектный, со стразами, а самое главное, действительно, который привлекает ваше внимание. Сегодня халат Джульетты – это действительно монохромный дизайн, который преимущественно, кстати, с хлопковой основой, гарантирует самые уютные, теплые и мягкие вечера. Вам и вашим близким будет время побыть друг с другом, поговорить и окутать друг друга заботой и теплом. Выверенный прямой крой обратите, пожалуйста, на Ники с оптимальной свободой по всей длине, удобной застежкой на молнии, с поясом вточным, гарантирует идеальную посадку действительно на любой тип фигуры. Хотите, завяжите его сзади, хотите, уберите пояс или завяжите его спереди. То есть на самом деле в любом положении вам будет комфортно. Вы наполнены силами, вы отдыхаете после тяжелого дня дома, готовя обеды, ужины, завтраки. Если поедете в отпуск куда-то, если поедете в санаторий, удобно ходить, это лучшее предложение. Но самое главное – это выбор телезрительниц телеканала. Комфортная мода всегда достойный, красивый, роскошный. И я предлагаю вам сегодня сделать подарок себе, своим близким, своим родственникам именно к 8 марта, потому что такой халат будет самым лучшим подарком. Итак, мой выбор сегодня яркий, малиновый, сочный, знаете, такая сочная, спелая вишня. Я его обожаю, или даже черешня. Вы в нем будете необыкновенно. Обратите внимание, какой густой, дорогой цвет мокка, шоколадный будет называться он у нас в заказе. Безумно красивый, безумно. И, конечно, такой очень насыщенный. Дальше. Вам очень понравится цвет баклажан. Это как раз выбор нашей Ники. Продемонстрирую вам тоже поближе. Посмотрите, как эффектно он выглядит. Такой, да, темный, сиреневый подтон. Эффектный и дорогой. Обратите внимание на стразы, на украшения, которые здесь также присутствуют. Дальше. Я уверена, что вы захотите этот бордовый цвет. Посмотрите, как сияет. Винный оттенок, безупречный, насыщенный. Украшение в области груди как раз именно из страз, которое будет сиять и привлекать внимание абсолютно всех. Мои дорогие, сразу хочу сказать, безопасная дистанционная покупка, потому что сегодня один единственный раз у нас с вами представлен халат Джульетта по лучшей цене, на 1000 рублей он был дороже. И сегодня у нас абсолютно размер в размер, мы выбираем от 50 до 60. Кстати, Ника выбирает для себя 50. Второй размер на свой 50-52. Идеально сел по фигуре. Ника, если можно, развяжи, пожалуйста, пояс, чтобы показать телезрителям, что он абсолютно идеально сидит. То есть вы хотите, вы можете завязать этот пояс. Посмотрите, не впритык, но при этом четко по фигуре. Конечно, я хочу показать вам, мои дорогие, все замеры на 54 размер. Значит, первое. Длина нашего халата 111 сантиметров. На 54 размер. Видите, на мне и на Нике чуть ниже колен. Это огромный плюс. На 54 размер полуобхват груди составляет, внимание, 62 сантиметра. То есть получается полный обхват это 124. То же самое у нас идет и по бедрам, да, и по талии. То есть получается 62 сантиметра на 54 размер. Видите, здесь даже 62-63. И он еще прекрасно тянется. Да, то есть 124-126 – это на 54 размер. Что касается нашего рукава, посмотрите, здесь рукав 3 четверти. Делаем замерчик, у нас получается 38 сантиметров. Длина рукава именно, да, мне очень нравится, хороший вариант. То есть не длинный, не короткий. Совершенно точно закрывает локоток, но при этом вам удобно готовить, вам удобно заниматься, да, своими какими-то делами. И самое главное, что вам в нем комфортно. Посмотрите, да, я вот тоже покажу, продемонстрирую. На мне получается на один раз
размерчик больше, этот халат, и видите, он более свободный, да, то есть вы захотели, вы застегнули его впереди, захотели и убрали его. Мне очень нравится, что здесь уже пришит пояс, да, то есть точной пояс, которым вы можете и создать такую фигуру мечты, и, конечно, оставить талию или, допустим, ее не при, совершенно никак не завязывать. Любимая, уже малиновый цвет у нас абсолютный лидер продаж. Я хочу, чтобы вы обратили внимание сейчас на Нику, крупно показали. Посмотрите, какой роскошный велюр. И, кстати, название велюр произошло именно с французского, как бархат. Такие световые блики, актуальный тренд, стильное решение, альтернатива абсолютно любым халатам в принт. Вот именно такой однотонный. Велюровый халат – это признак статуса, символ уюта, аппликации страз – это блеск и привлекательность. Вы знаете, у меня мама, когда в позапрошлом году ездила в санаторий, она себе взяла велюровый халат. И она говорит: дочь, в нем настолько комфортно. Вот я приехала, допустим, пошла куда-то в ванную, да, или на душ, там тот же душ Шарко, или я пошла на массаж, я расстегнула его благодаря молнии, и все, но при этом я чувствую себя самой красивой, потому что это велюровый халат. Это вы был телезритель телеканала. Такие халаты стоят 5000 рублей в магазинах. В нем приятно. Это прекрасные тактильные ощущения. Это желание его носить. Причем абсолютно круглый год. Но еще, мои дорогие, обратите, пожалуйста, внимание. Ника сейчас его завязала. Мы видим свободный выверенный крой, который оптимальную посадку гарантирует на любой тип фигуры. То есть это и повседневный стиль, и красивый образ для того, чтобы встретить своих близких. Спущенная линия плеча – это комфорт в области проймы. 3/4 длина рукава – очень удобно. Застежка-замок, посмотрите, комфортно по всей длине, то есть он никогда не будет растягиваться. Дополнительно карманы есть для того, чтобы туда что-то положить. И, конечно же, шикарная длина для любого роста, которая не сковывает движение. Я советую вам сегодня выбирать самые лучшие, яркие, эффектные предложения. И только один единственный день. Цена на достойный дорогой велюровый халат – 1799 рублей.